Можно на начинать? Здравствуйте, дорогие юные друзья! Поздравляю всех вас с Новым годом! Организация Объединенных Наций, которая объединяет почти все государства Земли, решила провозгласить его годом ребенка. Это очень хорошее, правильное решение. Ведь дети – это наше будущее. Им придется продолжать дело своих отцов и матерей. Они, я уверен, сделают жизнь на Земле лучше и счастливее. А наш долг – постараться, чтобы дети всех народов не знали войн, чтобы у них было спокойное, радостное детство. К сожалению, сегодня на Земле еще во многих местах гремят выстрелы, льется кровь, гибнут не только взрослые, но и дети. Много еще детей умирают от голода и болезней. С этим нельзя мириться. В Советском Союзе мы стараемся сделать все, чтобы годы детства были здоровыми и счастливыми. Мы создали и продолжаем создавать, строить тысячи и тысячи светлых, удобных детских яслей, детских садов, школ. Мы стремимся научить детей добру, дружбе, научить их жить по-добрососедски, со всеми людьми, любой национальности и цвета кожи. Научить их уважать труд и уметь трудиться на благо всех людей. Дорогие ребята, мальчики и девочки, придет время, вы тоже станете взрослыми, и тогда забота о будущем ляжет на ваши плечи. А пока желаю всем вам здоровья, счастья, мирной и радостной жизни.